МРТ и КТ срочно. Томография на Весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец» в Серпухове и общественная газета «Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на Весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте, в эфире новости, с вами Ирина Зайцева. Сегодня главные темы выпуска. Бежим для победы! В Серпухове провели благотворительный забег. Эти знания пригодятся. В Серпухове провели практические занятия по тактической медицине. Красивая дата. Участницу клуба «Подарок» Дарью Носкову поздравили с 15-летием. Со дня трагедии в Крокус-Сити-Холле прошло 9 дней. Боль не утихает. Серпухов скорбит со всей страной. На Звездной площади возле мемориала «Черный тюльпан» зажгли в субботу свечу памяти. Крокус 22.03.24 скорбим. И белые журавли, улетающие в небо. На 9-й день после трагедии в Серпухове зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с концерта домой. Оплакивали погибших и небеса. Спустились тучи, в 7 вечера пошел дождь. Единение – это важно, что каждый должен помнить. Нельзя никогда падать духом, надо держаться все вместе. Новость, конечно, повергла в шок. Было страшно, если честно, потому что хотелось, чтобы это все закончилось максимально положительно, без жертв, но, к сожалению, как мы видим сейчас, еще до сих пор даже непонятно, сколько человек вообще погибло. Скорбим со всеми вместе. У мемориала детские игрушки, цветы и бумажные белые журавли. Здесь и взрослые, и дети. То, что происходило в Крокусе, до сих пор держит в страхе, не дает покоя. Это трагедия, конечно, всей нашей страны. Мы все очень переживаем, детям рассказываем, в рамках, конечно, насколько это можно детям, в принципе, рассказывать. Минута молчания. Реквием в исполнении шамана и ком в груди. Теракт в Крокусе вошел в историю современной России как самый жестокий после событий в Беслане. Бежим для победы! В Серпухове провели благотворительный забег. Парк имени Олега Степанова собрал в эти выходные десятки неравнодушных серпуховичей, которые пришли поддержать участников специальной военной операции. Буквально через несколько минут начнется благотворительный забег. В этом мероприятии не будет победителей и не будет проигравшим, потому что десятки серпуховичей целыми семьями вместе с детьми пришли поддержать участников СВО. Родион приехал домой в отпуск на несколько дней. Боец рассказывает, тепло родного дома и помощь чувствуется за ленточкой. А это сотни километров. В знак благодарности вместе с дочкой пришел на забег поддержать участников. Не мог поступить по-другому. Все люди, то есть, которые приходят сюда, чувствуют важность, свою принадлежность, тыл. А мы без тыла, то есть там вообще никак здесь не справимся. Здесь без крепкого тыла мы не сможем воевать там на передке. Каждый день гуманитарные грузы идут. Письма, да, также читаем. У нас все блиндажи увешаны письмами. Каждый знаем наизусть, в принципе, которые присылали. Перед стартом зажигательная разминка и слова приветствия от почетных гостей. От имени главы Серпухова Сергея Никитенко к участникам забега обратилась его заместитель Оксана Лебедева. Сегодня у нас настоящий теплый день. И разогреваем этот день своими сердцами, своими желанием делать что-то хорошее, доброе. Сегодняшняя акция, она действительно не на соревнование, она на объединение. И очень важно в эти дни помнить, что для того, чтобы пройти любые жизненные испытания, нам нужно объединяться, нам нужно выражать свои инициативы. За это вам огромное спасибо. Сегодня мы все вместе, мы едины и мы непобедимы. И взрослые, и дети пробежали для победы дистанции от 500 метров до 3 километров. У нас семья военнослужащих, бежит сегодня ребенок, поэтому для нас это важно. Мы поддерживаем, принимаем участие во всех акциях, связанных с поддержкой СВО. В нашей семье это очень важно. И детей мы учим этому. Участники СВО – наше все, наша семья. Я сюда пришел, чтобы их поддержать в благотворительном забеге. Вместе с серпуховичами, участниками СВО, гостями города к благотворительному забегу присоединилась и молодежь из Донецкой Народной Республики. Мы приехали к вам с Донецка.
посмотреть на ваш город. Это очень важно в настоящее время, в такую ситуацию, которая происходит в нашей стране. Нам очень нравится. Город красивый, мероприятие очень масштабное, которое поддерживает дух наших солдатов на передовой и важно для будущего России. Благотворительный забег «Бежим для победы» в поддержку участников СВО организовали администрация округа совместно с Федерацией смешанных боевых единоборств ММА «Серпухова», благотворительным фондом «Добрыни» и общественной организацией «Русич». Это благотворительный дружеский забег. Победителей мы не будем выявлять. Я думаю, тут уже все победители, кто пришел поддержать наших солдат, нашу армию, потому что народ и армия едины. Их обязательно надо поддержать, в первую очередь морально, показать им, что мы едины вместе с ними, что мы всегда рядом и всегда им помогаем. В парке имени Олега Степанова также работала полевая кухня. Проводились мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Особый интерес у молодых людей вызвала выставка оружия, на которой подробно рассказали и показали все, чем пользуются участники СВО. Например, аптечкой. Это кровоостанавливающий турникет, используется для остановки артериальных кровотечений массивных. Также здесь есть тампонационные салфетки, используются при венозных кровотечениях. Накладка, чтобы зафиксировать руку. Также еще два турникета. В себе боец несет 4 турникета на каждую конечность. Забег «Бежим для победы» дал весенний старт работе мобильного пункта сбора гуманитарной помощи по инициативе общественной организации «Русич» совместно с Серпуховским местным отделением партии «Единая Россия». Люди уже знают этот бренд, этот автомобиль, идут с удовольствием, откликаются. Эти мероприятия важны для сплочения. Нас не сломить, мы единый народ, единая семья, мы всегда будем вместе, и победа будет за нами в любом вопросе, по любым решениям. В следующую субботу, 6 апреля, передать гуманитарную помощь для участников СВО можно будет в поселке Большевик с 11 до 16 часов по адресу улица Спортивная, дом 13. Мобильный пункт будет находиться на площади перед Домом культуры. В Едином центре поддержки военнослужащих СВО и членов их семей заместитель главы администрации городского округа Татьяна Орлова встретилась с участниками специальной военной операции. Во время встречи бойцам передали шины, комплект автомобильной резины, средства защиты и другую необходимую помощь. Защита Родины сегодня самое главное, так считают серпуховичи Максим и Игорь. Сейчас у бойцов передышка, отпуск домой. Находясь на передовой, они чувствуют поддержку из родного округа. Генеральный директор АО «Керамзит» Сергей Мудрак вручает комплект резины для фронтовой «Газели». Мы помогаем нашим ребятам, которые участвуют в СВО. Мне поступила просьба о помощи, я не смог, конечно, отказать. Это однозначно, это каждый долг каждого человека, который любит свою страну, любит своих людей и готов помогать. И поэтому мы приобрели от себя и от своего предприятия, можно сказать, резину автомобильную вам. Игорь с позывным «Марчелло» родом из поселка Пролетарский. Был мобилизован осенью 2022 года. За ленточкой он командир мотострелкового взвода. Вместе с Игорем в одной роте служит серпухович Максим с позывным «Матас». Защитник отправился в зону СВО осенью того же года. Он командир отделения теробороны. Заместитель главы городского округа Татьяна Орлова передала бойцам необходимую защиту для выполнения боевых задач. Вместе с бойцами победу приближают и волонтеры. От имени секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Татьяна Орлова вручила руководителю волонтерского движения «Территория Z» Екатерине Егоровой грамоту за участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции. За ваш труд, за вашу каждодневную, ежеминутную работу. И спасибо вам огромное еще раз. Спасибо большое. В конце встречи Игорь и Максим поддержали традицию и оставили свои подписи на флаге Серпухова. А также им вручили на память о родном городе шеврон с гербом нашего округа. Помоги себе и товарищу. В Серпухове прошли практические занятия по тактической медицине. Как правильно наложить жгут и остановить кровотечение, что должно быть в аптечке и как продлить жизнь до прибытия медиков. Своим опытом в молодежном центре «Патриот» поделились участники СВО. Им не раз приходилось оказывать первую помощь боевым товарищам, быть там, где непосредственный огневой контакт, а значит и раненые. Военнослужащие рассказывают, как в боевых условиях оказывается медицинская помощь людям, демонстрируют основы на практике. Тактической медицине, если у нее ранен предплечье, вы будете жгут накладывать максимально высоко, определяете
первостепенность, то есть приоритет оказания помощи. В данном случае всегда в первую очередь останавливается артериальное кровотечение. Лекторы, участники СВО, показывают, как правильно наложить жгут и повязки для остановки кровотечения, как зафиксировать переломанные конечности, объясняют основы доврачебной самопомощи и взаимопомощи. Решили, чтобы чего-то донести людям, помочь, если, не дай бог, случится какая-то ситуация разная, авария, не авария, все равно это все пригодится, ну, как бы в жизни, в дальнейшем, допустим, человек открытая рана, да, и стабильно, ну, обильно течет кровь, то для начала мы перетягиваем руку, ногу, откуда течет. Вот. И потом производим перевязку. Когда накладывается жгут, там через, по-моему, 40-45 минут его нужно ослаблять. И опять же, когда мы наложили жгут или турникет, нужно написать время, так как в некоторой ситуации, допустим, врачи не разбираются, они могут сразу ампутировать руку, ну, конечность. Вот. Так что по-разному все происходит. Главное в минуту опасности быть готовым ко всему, сохранять самообладание, не поддаваться панике. В связи с последними событиями, как вообще в общем в стране и в мире, ну и последние события, которые произошли, ну, вот не так давно, все равно были пожелания пройти вот эти вот курсы. Вот решили с сыном на пару прийти, вот, получить какие-то необходимые знания, навыки, оказания первой помощи. Ну, чтобы быть хоть как-то готовы, это никогда не будет лишним. Багаж знаний никогда не тянет. Вот. Я считаю, что наоборот, надо как-то развивать. Военнослужащие знакомят с медицинским инвентарем, отрабатывают приемы его применения на практике. В целом в аптечку много не надо, главное самое необходимое, что может пригодиться тебе. Я уже узнал, что нужно иметь в аптечке как минимум бинт, таблетки, которые в бытовой жизни ты используешь, то есть хронические заболевания, если у тебя есть какие-нибудь хронические заболевания, антибактериальные, это там, допустим, анальгин обезболивающий какой-нибудь, от головы, соответственно, жгут, скорее всего, лучше иметь, как я считаю, при себе. И действительно, такие знания лишними не будут никогда. Цена правильной оказанной первой медицинской помощи как на поле боя, так и после ДТП и других ЧС – это спасенные жизни. Остановить кровотечение, наложить повязку, эвакуировать пострадавшего в безопасную зону – эти навыки в экстренной ситуации могут пригодиться любому. В рамках акции «Добрые дела» депутат Горсовета, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Ковшарь поздравили с днем рождения участницу клуба «Подарок» Дарью Носкову. У нее красивая дата. Даше Носковой 30 марта исполнилось 15 лет. Принимает поздравления именинница вот уже несколько дней. Подарить замечательный подарок. Тебе картиночки очень понравились. Тебе нравится? Маленькая модная сумочка солнечного цвета – то, что нужно молодой девушке. Даша была приятно удивлена и обрадована теплым поздравлением. Мне очень понравился подарок. Я не ожидала от вас таких подарков. Я просто… у меня эмоции переполняют. Акции «Добрые дела» реализуются на базе общественной приемной Серпуховского местного отделения партии «Единой России». Депутаты горсовета и партийцы тесно общаются с организаторами и членами клуба «Подарок», регулярно поздравляют его участников с праздниками, отмечают вместе важные даты, проводят мастер-классы, организуют спортивные и творческие мероприятия. Эта акция у нас стала уже традиционной. Мы на протяжении длительного времени поздравляем этих деток и узнаем, в чем они нуждаются. Вот, например, Даша сегодня попросила поездку в зоопарк, и я думаю, что мы всем советом депутатов ей ее организуем, ее и ее друзьям. Клуб «Подарок» в Серпухове объединяет семьи, в которых воспитываются дети и подростки с поражениями опорно-двигательного аппарата. Дружны и всегда вместе. Они ведут активную спортивную и творческую жизнь, становятся призерами и победителями соревнований и конкурсов разных уровней. Более 40 участников из 8 субъектов Российской Федерации 2 дня боролись за медали и призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всероссийские детские и юношеские соревнования по парабадминтону проходили во Дворце спорта «Надежда». Как выступила самая многочисленная команда Московской области, в репортаже Маргарита Кирикович.
8 команд из Белгородской, Самарской, Ульяновской, Московской областей, Краснодарского и Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Югра и Чувашской республики приехали в Серпухов для участия во всероссийских детско-юношеских соревнованиях по парабадминтону. Перед началом турнира, который в округе проводит второй год, участники его почтили память о погибших во время теракта в Крокус-Сити. Минуты молчания. Бадминтон не так прост, как кажется на первый взгляд. В 2020-м он включен в Паралимпийские игры и по популярности удержит второе место после футбола. Тренировки по бадминтону входят в программу подготовки космонавтов, служат прекрасным лекарством для зрения. Отметил в своем приветствии собравшимся во Дворце спорта «Надежда» участникам турнира Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России. Спасибо администрации города Серпухова, Татьяне Владимировне. Безусловно, спасибо не только за этот турнир, а за то, что она поддерживает наше движение спортивное постоянно. Пользуясь случаем, я хотел от нашей федерации вручить благодарности Татьяне Владимировне Корсуновой. В самой многочисленной команде сборной Московской области 18 спортсменов. 13 из них – воспитанники Татьяны Корзубовой. Уважаемые спортсмены, разрешите вас поздравить и поприветствовать на Серпуховской земле от имени главы городского округа Сергея Николаевича Никитенко и пожелать вам сегодня, конечно, успехов, конечно, достижений тех целей, которые вы сами сегодня себе поставили. Все делается у нас в городском округе Серпухов и в Московской области для того, чтобы у любого спортсмена были возможности, для того, чтобы он рос и в профессиональном смысле. В Серпуховском физкультурно-спортивном клубе «Равные возможности» выросла член сборной команды Российской Федерации Елена Журавская, первый кандидат на участие в Паралимпиаде в 2024-м. Более 40 участников из 8 субъектов Российской Федерации 2 дня боролись за медали и призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наши опять в числе лучших. Золото у Ксении Лонкиной, у Полины Алямкиной бронза. Девчонки вошли в сборную команды по парабадминтону России. Серебро у Яны Бирюкова. Успешно дебютировали Юлия Жилова и Михаил Ахмеров. Сбылась мечта и 12-летнего Дмитрия Ткачука. Это интервью мы брали у него в ноябре прошлого года. Тогда на всероссийских соревнованиях по парабадминтону он завоевал серебро и бронзу, хотя мечтал о золоте. За первое место я рвал когти за золото. Мечтаю, чтобы стать тренером, чтобы помочь родителям. В своих воспитанниках Татьяна Корзубова не сомневалась. Дмитрий Ткачук, который занимается в клубе «Равные возможности» 3 года, в числе победителей этого турнира, завоевал золотую медаль. Успешно выступили и спортсмены из Татарстана. У Егора Вахтова 3-е место, а у Ислама Сафеева 1-е в своей группе. Едешь на соревнования там всякие, тренировки много. Чтобы дома не сидеть, лучше пойти на тренировки. Я вот еду, например, на соревнования, есть немножко волнения, то что могу и проиграть, могу и выиграть. Но лучше было, чтобы я выиграл, но проигрывать тоже надо уметь. Да. А сегодня как оцениваете свой результат? 10 из 10. Спорт – это жизнь, это движение, это здоровье, это друзья, это победы, ну и преодоление себя. И я бы еще хотела сказать, что надо уметь проигрывать. Это тоже закаляет характер. Лучше и не скажешь. Так что проигравших на всероссийских детско-юношеских соревнованиях по парабадминтону не было. Отличные результаты показали серпуховские теннисисты на региональных соревнованиях по настольному теннису «Будущее России» 5-й кубок императорского путевого дворца. Проходили они в Твери. Более 200 спортсменов из 9 субъектов России боролись за медали. Город Серпухов и Московскую область представили 16 спортсменов школы «Звезда» под руководством тренеров Светланы Грабиловой и Дарьи Никишиной. Серпуховички Мария Кондрахина и Татьяна Куранова вышли в финал и разыграли 1-е и 2-е места среди девушек до 16 лет. Остальные ребята также показали хорошую игру, набрали победы на присвоение разрядов и повысили свои результаты. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте всю актуальную свежую информацию и в наших социальных сетях. Всего вам доброго. До новых встреч.